Всем большой привет, я рада вас видеть на своем канале. Что может быть вкуснее запеченной картошки, да еще с курочкой? Картофельная запеканка. Да, сегодня я буду готовить картофельную запеканку с курицей. Блюдо, которое очень вкусное, сытное, подойдет на каждый день и также простой рецепт для праздника. Куриные запеканки – это оптимальный вариант для сытного обеда или ужина. Для приготовления нам понадобится картофель, лук, морковь, куриное филе или куриные грудки, чеснок, сметана, сливки, молоко, растительное масло, соль, перец, зелень, твердый сыр при желании. Полное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Начинаем очищать овощи, лук, морковку, картофель, очищаем чеснок. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные оригинальные рецепты. Маленькими кусочками нарезаем куриное филе. Затем нарезаем лук, чеснок и начинаем мариновать курицу. Солим ее, перчим. Наливаем немного растительного масла, добавляем мелко нарезанный лук и вот так руками прямо разминаем, чтобы все хорошо пропиталось, и оставляем мариноваться. А между тем нарежем овощи, морковку, картофель. Картофель нужно нарезать как можно тоньше, вот такими тоненькими ломтиками. И также солим картофель. И немного его перчим. Нарезаем зелень. У меня петрушка. Можно также нарезать укроп, кинзу или другую зелень, которая вам больше всего по вкусу. Приготовим заправку. Для этого смешиваем сливки со сметаной и молоком. Молоко я добавила позже, потому что сразу я забыла его добавить. Солим, перчим. Добавляем чеснок и мелко нарезанную зелень. Все хорошо перемешиваем. И также добавляем 2 чайные ложки горчицы. Это придаст такой очень оригинальный аромат нашей заправке. На сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем морковку с луком до золотистого цвета. Этот этап можно пропустить, но я очень советую обжарить лук с морковкой, потому что это придаст определенный аромат нашему блюду. Затем в блюдо, в котором вы будете запекать, смазываем со всех краев растительным маслом. И приступаем к выкладыванию слоями. Сначала картофель выкладываем. Затем выкладываем обжаренный лук с морковкой. Выкладываем кусочки куриного филе. И еще один слой картофеля. Заливаем все заранее подготовленной заправкой. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов куриную запеканку выпекаться в течение 50 минут 1 часа. Смотрите сами, пробуйте, потому что это зависит от духовки и от того, какими ломтиками вы нарезали картофель. Картофельная запеканка с курицей получилась очень ароматная, вкусная и сочная. Я очень советую попробовать этот рецепт и написать мне потом в ваших комментариях, понравился ли он вам.
Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Делитесь видео с друзьями. А с вами была Виктория. Я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!